Здравствуйте. Хочу вам представить игру под названием Dark Forest, Темный лес. Создавал я эту игру через движок Unity 3D. Не очень такой это и сложный движок. Приятно с ним работать. Цель игры не такой тут и сложный. Ходим по лесу и собираем вот такие оранжевые капсулы с фонариком. Подходим, нажимаем Е, на экран вводится, что мы собрали одну из 10 капсул. И так дальше ходим и ищем. Я хотел сделать день, ночное время. Но я подумал, я начал игру, хоррор-игру. Не знаю, еще на основании, думаю. Но пока что вот игра, что есть, вот обычный квест и ходить по лесу и собирать эти капсулы. Хочется большего, конечно, но в дальнейшем все это будет. Я хочу хоррор-игру сделать. Ходишь по лесу, собираешь капсулы. Естественно, тут будет туман, всякие призраки. Подходим, нажимаем. Показано, собрано 2 из 10. Подходим, нажимаем, 3 из 10. Вон следующий видим. 4. Остальные капсулы разбросаны по всей карте. Я даже не вспоминаю, куда и что я оставлял. Расставил всякие модельки, всякий такой хлам, как бы пепел, как бы мусор. Всякие модели здания, building. Как бы заброшенное здание. Как бы подходит больше к такой местности, к такому жанру игры. Особого программирования я тут не применял. Только прописывал скрипты и все, и только. Скрипты на сбор вот этих капсул. Вот весь terrain. То бишь земля. Все рисовал от руки, все сам делал. Инструменты были стандартными, потому что тут и не вижу смысла пользоваться 3D Max, Cinema 4D или прочие 3D моделирования. Программы для 3D моделирования. Тут все очень просто, тут можешь даже тут прям моделировать. Но это чуть сложновато, конечно, чем в других программах Cinema 4D, там 3D Max. Но тут очень простые и удобные инструменты, и я не стал пользоваться разными вот этими левыми программами. Так же не заморачиваться. Все это есть инструменты, что рельеф, не рельеф, вот горы, все сам рисовал. Деревья расставлял, грас, трава, траву, трава вон даже анимированная. Скайбокс, то бишь небо, ночное время суток. Заброшенные здания всякие, мусор. Ходим, ищем, собираем все 10. Такой очень простой квест. В дальнейшем это будет хоррор игра. Я как бы на хоррор начинаю это. Мысли на хоррор идут, идеи все есть. Конечно, это все переделается, конечно, все получше будет. Все, удачи. Спасибо вам за просмотр.